Сегодня сюда мало кто заходит. Этому архиву много лет, и он почти забыт. Но зря. Среди тысяч уголовных дел истории жизни и смерти есть уникальные. По всем законам логики они не могли быть раскрыты, но были. Пришло время поднять эти уголовные дела. Это для вас особый случай. Лесопарк Саржан Яр. Время прибытия 9:27. Снимаем. Может, перенесем? Совсем плохо. Конечно, плохо. Знаешь, что скоро в тюрьму. Да? Не тошни, следак. К тому же друзей закладывает. А друзья там такие, что хуже врагов. Ну ничего, ничего, Игорь Богданович. Скоро все это закончится. Долго раскручивали? 11 месяцев. Я его биографию полностью изучил. Знаю, как учился, с кем дружил, когда бриться начал. Напью сегодня точно. Ты это сотри потом. Да как я это сотру? Ну и ладно. Гуляй, банкуй, следак. Может, премию дадут за такое дело? И девки, наконец, полюбят. Ладно, тормози. Приехали. Наручники. Воздух. Перед смертью не надышишься. Снимай все. Да снимаю. Продолжаем следственный эксперимент. Показывайте спаски. Где зарыли ценности, украденные уродины. Давайте, давайте. Я ж тебе уже все рассказывал. Рассказывал одно, вы показываете. Да подожди ты. Я 3 года не был. Дай хоть сориентироваться. Вот, кажется. Кто стрелял? Откуда? Живой! Живой еще! Больницу надо! Ёкарный бабай! Откуда стреляли? Оттуда! Уходи, стрелок! Спаски! Дыши! Дыши, не умирай, гад! Скажи, хоть где деньги, Спаски! Ушел, гад! Вот Игорь Спаскин, начальник цеха одного из харьковских заводов. По самым скромным подсчетам, левым способом заработал 1300. Ого! Да, провел 11 месяцев в СИЗО, и до этого дня особых успехов у следствия не было. И что же произошло? Ну, накануне согласился работать со следствием и указать, где спрятал добро. Так. Это список того, что было в тайнике? Да. Спаски своей рукой написал подробно, еще обещал раскрыть имена подельников. И кому-то это не понравилось? О, да. Легко мог утащить за собой, так сказать, приличных людей. Но цеховики, как известно, не работали без крыши. Тотальный дефицит создавал возможности для колоссальных левых заработков. Так называемые цеховики делали деньги на всем – пуговицы, галоши, джинсы. Главное, чтобы был доступ к производственным мощностям. Один из самых известных дельцов – Борис Ройфман. В конце 50-х он купил должность заведующего мастерскими психоневрологического диспансера. На этой базе Ройфман мошенническим путем заработал деньги, которые в Советском Союзе физически нельзя было потратить. Самым надежным вложением оставались золото и бриллианты, поэтому в тайниках арестованных цеховиков находили килограммы драгоценностей. Кстати, тайник нашли? Нет, Спаски не успел показать. А это что за яма?
Может, уже вырыли его? Так, да что угодно могло быть. Может, хомяка кто хотел похоронить? Тебя бы похоронить тут. А я что? Пичул сказал сюда приехать. Хорош, следователь. Привёшь человека, а тут как в тире. Стреляй, не хочу. А я говорил. Так все, хватит. Не оправдывайся. Ты лучше расскажи, кто знал о времени и месте проведения следственного эксперимента. Стандартный набор людей. Но утечка не от нас могла пойти. Спаски мог проговориться. Яму все равно нужно осмотреть. Может, какие-то микрочастицы есть. Где криминалист? Изучает место, откуда стреляли. Ну, значит, и мы пойдем изучать. А когда цеховик изъявил желание показать тайник? Вчера, кажется. Но лучше у Пичула спросить, он допрашивал. Спасский! Спасский, скажи! Скажи, где тайник! Говори! Говори, сволочь! Говори, не молчи! Так я не понял, что здесь происходит? Кто вы такой? Я из прокуратуры. А я за отделением. В операционную, срочно! Говори, Спасский! Здорово, Игорь Ильич. А, приветствую. Ну что, находки есть? Да вот, красивая ниточка, темно-зеленая. Может быть, и стрелок зацепился курткой, когда линял. А по тем деревом мотоцикл лежал, масло потекло. Что-то еще есть? Гильзу нашли. Покажите, Игорь Ильич. Сейчас. Вот. Ага. Срочно на баллистику. Пусть установят, еще стреляют. Только это прям срочно. Да понятно, дело не шутка. Бедный Пичул. Теперь затаскают, не отпустят. Сожрут прыщаво. Ну что, как он? У меня к нему буквально пару вопросов, точнее один. Разве что на том свете. Помер он. Рана серьезная. Вот черт. Так, ну, с чего начнем? Как я понимаю, следственный эксперимент решили проводить накануне вечера. Угу, именно. Ну, значит, надо искать, с кем цеховик Спасский контактировал последние сутки. Откуда пошла утечка? Вот, пожалуйста, 3 часа его допрашивал следователь прокуратуры Пичул. Ну, это понятно. Другие контакты, да. Сокамерники, посетители. Другие. В 10:00 в СИЗО его навещала жена, и все. И сокамерников у него не так много. А, точнее, один. Вот как? Ну, с цеховиком этим носились, оберегали. Оберегали, да не уберегли. Да. Коротков? Я. Следователь прокуратуры Чугай. Мы поговорим? Ваш сокамерник. Спасский? Да. Как он вел себя последние сутки? Дерганый был. А конкретнее? Ну, точнее, с утра вроде нормальный, а после встречи с женой совсем психованный стал. Можно точнее? Что именно он говорил после свидания с женой? Ну, дружка своего вспоминал какого-то. Может, сядете? А? Нет. Как знаете. Ну, оброс. Ну, какой же сукин сын. Как Амбросимов? Вроде да. А с кем-то еще он общался вчера? Да нет, со следователем только. Это я знаю.
Можно не мешать? Вам звонили, просили передать. Кто? Что передать? Можно вас? Просили передать. Нет, ложки Спасский помер. Вам рассказать. Надежда Анатольевна, я ничего спрашивать не буду. Что тогда? Мужа вашего убили. Как убили? Так он же у вас в СИЗО. Во время следственного эксперимента. А знаете что? Давайте выпьем. Вы вчера отводили Спасского на свидание с женой? Да. В журнале записано, что свидание длилось 10 минут. Почему так мало? Ну, они сели, стали общаться. Я краем глаза вижу, что-то выясняют. Что именно? Я не слышал. А потом что? Спасский заорал: «Все, уводите ее, свидание окончено». Сука ее назвал. Хорошо, свободен. Вот, а с другой стороны, конец смущения. Обысков больше не будет, заживете. Чистого листа, как говорится. Набрались вы, товарищ Пичу, в рабочее это время. Нехорошо. А может, меня уже и уволили за то, что мужа вашего на убой вывез? Дочка пришла. Варя! Варечка! Привет, мам. У нас такое случилось. Что произошло? Варь, папу убили. Папу? Ты про Спасского? Да какой мне папа? Что ты такое говоришь? Правду. Здрасте. Здрасте. И что, вот прям никакой жалости? Не подумайте, она ему просто не родная. Да знаю я, Надежда Анатольевна. Я все знаю. Я даже знаю, что Спасский у вас третий муж. А первые два как-то очень быстро покинули этот мир. Да при чем тут это? Первый был дальнобойщиком ЧП, второй на мотоцикле разбился. Да я вас не обвиняю. Я просто констатирую факт. Это же не выстреляли. А винтовки у вас нет. Это я точно знаю. По поводу винтовки. На следующее утро были готовы результаты баллистической экспертизы. Найдите там у вас результаты. Так, гильза под американский патрон 22 Long Rifle.
и целый список винтовок, из которых им могли выстрелить. Артем, вы зря расстраиваетесь. Нужную винтовку нашли сразу же. Как? Ну, помог следователь, который 11 месяцев занимался этим делом, расследованием махинаций. Как? Ну, помните сокамерник убитого? Он вспоминал какого-то дружка, помните? Абросимов, кажется, да? Абросимов, точнее. Абросимов Дмитрий Иванович. Найдите в деле его фотографию. Видный райкомовский деятель, друг убитого. А еще он активный участник областного общества охотников и рыболов. И отменный стрелок. Во время следственного эксперимента в Харькове произошло убийство цеховика Игоря Спаскова. В лесу он должен был указать место, куда спрятал деньги и ценности, полученные незаконным путем. В него стрелял снайпер. Убийца скрылся. Стрелок использовал американские патроны. Сыщики предположили Спаскова, устранили его подельники, которых тот мог выдать в ходе расследования. Но как они узнали время проведения следственного эксперимента? Под подозрение попадает друг убитого, райкомовский работник Дмитрий Абросимов. Ну зачем ему убивать Спаскова? Да чтобы за собой не утащил, в кутузку. Абросимов этот помогал ему левую продукцию сбывать. Откуда знаешь? Да у него контактов в торговле по всему Союзу, во! Выше крыши. Это догадки, пишу. Это просто догадки. Я думаю, Спаский был готов сдать Абросимова. Ну слушай, он 11 месяцев в СИЗО. Он понял, все, не отмажут. Вот и решил сливать всех. Я сомневаюсь. Ну сам подумай, пятница, райкомец с винтовкой. Ладно, возьми телефон и узнай, был Абросимов на работе или нет. Сегодня суббота. Там всегда кто-то есть. Вот. Вот, звони. Граждане понятые, вы находитесь в доме Абросимова Дмитрия Ивановича. Сейчас здесь будет происходить осмотр. По ходу дела вы можете вносить свои заявления, замечания. В конце подписываем протокол. Ясно? Приступим. Это какой-то произвол. Вы доиграетесь. Доиграетесь. Я позвоню куда надо. Всегда хотел узнать, а куда надо, это куда? Узнаете. Женские вещи. Чьи? Дмитрий Иванович, вы один живете? Это при чем тут? Такой протокол. Надо понимать, у вас целая стопка женских вещей. Так что? Да никто не живет. Я с женой в разводе, а сыновья уже взрослые. А вещи чьи? Да какое вам дело? Ладно. Павел Иванович! Ау! Смотрите, что я нашел. Ваше? Да. Оно все зарегистрировано. Другое оружие тут, в доме или где-то еще есть? Нет. Это все. Я вообще не понимаю, что вам нужно от меня? Вчера в 9:30 убили вашего приятеля Спаскова. Я знаю. Где вы были в это время? Где? Тут. Я на больничном вообще болею. И чем лечитесь? Чем-чем? Просто лежу и пью чай целый день. Понятно. Кто может подтвердить? Никто. Зачем мне кого-то заражать? Я сижу тут и ни на кого не дышу. Скажите, а вы на охоте давно были? Месяц назад. Сезон как закрыли, больше не стрелял. Хорошо. Ваше оружие мы изымаем на экспертизу. И вас тоже. Что? Что такое смывы? Слышали? Понятые, подпишите. У
На вашем теле, если вы стреляли, должны остаться следы пороха. Даже если вы принимали душ. Порох хорошо въедается. Бред. Это какой-то бред. Вы чем-то возмущены, Дмитрий Иванович? Да ничем. Давайте уже доделывайте, да отпускайте меня быстрее. Все равно у вас нет ничего на меня. А вот это вы зря. Вот результаты баллистической экспертизы. Видите гильзу? Она из патрона, которым убили вашего приятеля. Ну и что? А то, что этим патроном стреляли из винтовки ТОС-17. Одной из тех винтовок, которую мы нашли у вас. Как? Как? Как такое вообще может быть? Я говорил вам, я не стрелял месяц. Ну что вы смотрите? Скажите ему! Я пока ничего сказать не могу. Дайте время. Меня кто-то подставляет. Потому что в 9:30 я точно ни в кого стрелять не мог. Я был у женщины. Фу, как. А говорили, что никого заражать не хотели. У какой? У Нади, жены Спасского. Можете у нее спросить. Новый поворот. Да уж. А жена Спасского? Что он за человек? Надежда. Надежда Спасская. Красавица. Личка, фигура. Вела танцевальный кружок во Дворце пионеров. Ну и, как я вижу, гораздо моложе Спасского. Ну, да, 12 лет разницы. Поженились сравнительно недавно, за 4 года до ареста цеховика. Спасский ее очень опекал. Покровительствовал кружку, которую она вела, удочерил Варю, дочь от первого брака. Но, судя по всему, Надежда нашла нового покровителя. Слушаю вас. Добрый день. Да не надо мне удостоверения. Я вашего брата за километр узнаю. Прокуратура? Да. Заходите. Для начала примите мои соболезнования. Спасибо. Проходите, присаживайтесь. Ну, слушаю. Надежда, вспомните, пожалуйста, пятница, 9:30 утра. Ну? Приятель вашего мужа, Дмитрий Абросимов, был тут? Был. Рассказала соседка таки, зараза. Теперь вы рассказывайте. Дима вышел на площадку покурить. Опять! Кобелина! Чего ты сюда таскаешься? У нее же муж есть, ребенок. Совесть у тебя есть? Что происходит? Надя! Иди, я сама разберусь. Тетя Маша, что случилось? При живом-то муже какой пример показываешь детям? Тьфу на тебя. Я взрослая женщина, я сама разберусь. Разберется она. Сплетница. Соседка из какой квартиры? Напротив. Хорошо, я с ней поговорю. Послушайте, я 11 месяцев без мужа. А Абросимов сделал мне предложение, и я его приняла. Вот как. А Спасский об этом знал? Узнал. В четверг на свидании. Поэтому он на вас и взъелся? Да. Скажите, а Спасский говорил вам что-то о намерении рассказать, где тайник? Или о том, что хочет сдать своих подельников? Нет, он толком и не поговорил. Как только ему сказала про нас с Абросимовым, психанулся. Буду с вами откровенным, Надежда. Я вам не верю.
После вашей встречи с мужем он в тот же день заявил, что готов показать, где тайник, и сотрудничать со следствием. А утром его убивают. При этом орудие убийства находят у вашего любовника. Поднимите. Алло. А это вас? Меня? Интересно. Да, слушаю. Павел Иванович, это Варченко. Смывы готовы. И? Следов пороха на Абросимове нет. Это не он стрелял. Ну, как это может быть? Ну, сам понимаешь, как. Кто-то подставляет Абросимова. Интересно, кто же? Тот, кто хорошо стреляет, ездит на мотоцикле и носит темно-зеленую куртку. Понял, Игорь Ильич. Спасибо. Что-то случилось? Это волокна ткани, которые нашли на ветке в лесопарке. Да, помню. Там, где лежал убийца. А в квартире Спасских висела куртка, волокна которой идентичны с теми, что нашли на месте преступления. Неужели? Да. Ну так ведь любовник Надежды не стрелял. Есть результаты экспертизы. Может, это просто совпадение? Выбор курток-то в Советском Союзе был невелик. А это не советская вещь. Спасские жили очень кучеряво, могли себе позволить импортные. Речь идет о модные в те годы, очень модные куртки-парки. Парка – нейлоновая куртка на меху с оранжевой подкладкой и капюшоном. Ее прототипом стала традиционная одежда эскимосов. Сначала парки полюбили футбольные болельщики, рыбаки и шахтеры. Позже куртки стали популярными среди богемы. Причем как мужчин, так и женщин. Парки обожали певица Шер и режиссер Стэнли Кубрик. В конце 70-х эти куртки стали появляться в СССР. В Союзе их прозвали «алясками». Купить их могли далеко не все, ведь за оригинальную американскую парку требовалось выложить около 200 рублей. Совсем немного дешевле стоили ее ГДРовские и финские аналоги. Сколько это может продолжаться? Год, целый год я терплю эти обыски. Вроде везде, в моих трусах, лифчиках. Ну за что, за что? За что? За то, что жили непосредством. И не задавали мужу вопросов, откуда такие деньжища. Так что вы себя-то не обманывайте и нас за дураков не держите. Да вы уже 100 раз здесь все обыскивали. Вон товарищ Пичу сюда как к себе домой ходил. Что вы ищете? Золото мы ищем. Да какое золото? Из тайника, на который ваш уже покойный муж хотел указать следователю. Да нет здесь ничего. Хорошо. А почему вы так волнуетесь? Есть, Павел Иванович. Что там? Золотые червонцы. Грамм так... 200. Откуда знаете? Это то, что было в тайнике. Спасский записал своей рукой. Помимо всего, 23 золотых червонца. А это плюс-минус 200 грамм. Ну так что, Надежда, признаваться будем? В чем? В причастности к убийству вашего мужа. Ну как? Я в 9:30 была здесь, соседка видела. Личное присутствие не обязательно. Вы могли кому-то передать информацию о времени и месте эксперимента, а ваш любовничек снабдил оружием. Ну бред, бред же. Курточка ваша? Наша, дочкина. Так она же больше на мужскую похожа. Сокол. Иди к соседке и узнай, кого она видела в 9:30. И вот что рассказала соседка. Она действительно в пятницу в 9:30 утра видела в подъезде Надежду Спасскую и ее любовнику. Так что это исключает их личное участие в убийстве. А нанять киллера могли? Ой, ну что вы, Артем, в то время даже такого понятия не было, киллер. И потом,
Ну, как объяснить, что улики против любовников буквально разбросаны по их квартирам? Вопрос. Так, винтовка, золото, куртка. Куртка, которая принадлежит дочери. Дочери, а сколько лет дочери? 17 лет. Да? Да, 17 лет. Варвара Спасская, Варя. Учится на физвоспе. Спортсменка, значит? Угу. А какой вид спорта? Лыжи. Так мать думала. А на самом деле? Биатлон. Варя! Варь! Спасская! Я что, с тобой бегать должен? Ну, привет. Варя, звездочка наша, катается прекрасно. Быстрая, умная, техничная. Решил ей винтовку доверить. И что? Талант у нее, дар. Стреляет супер. Ну вот, биатлонистки определили. Поедет на соревнования в Норвегию. Ну, это если ее пустят, все же очень под следствием. Да, ту-ту-ту. Скажите, а в эту пятницу в 9:30 где могла быть Варя? Ну как где? Здесь, на базе. К соревнованиям готовимся. Кто может подтвердить? Я могу подтвердить. Кросс бегала с девчонками. Все время под контролем. Приставляем ноги к луже, шевелимся, шевелимся. Раз, два, раз, два. Все внимание на Спасскую. Не бежит, а порхает. Давайте, давайте. Значит, все время на глазах было? Ну да, все 15 километров. Вот запись в журнале есть. Старт в 9, финиш в 10:17. Да пройдемте, сами спросите. Симоненко, где Спасская? Не знаю, еще не пришла. Нехорошо опаздывать. Пройдемте, на входе подождем. Да, в общем. Ну, потерпи, ты что, потерпеть не можешь? Не могу. Завтра Ирка уезжает, комната освободится. Да уж 3 дня терплю. Уже уши пухнут, и не только уши. Дурак. Так, я не понял. Это кто здесь гормоны по стенке брызжет, а? Так мы ничего не делаем. Молчи, потом с тобой поговорим. По комнатам. Варя, к тебе следует из прокуратуры. Здравствуйте. Следователь Павел Чугай. Хотел выяснить, чем вы в пятницу занимались. Тренер сказал, что вы кросс бегали. Ну да, мы с девчонками 15 километров там пробежали. Ага. Хорошо, спасибо. До свидания. Итак, у третьего подозреваемого алиби. В 9:30 утра Варя бежит 15-километровый кросс. По крайней мере, 6 свидетелей. У вас есть записи в журнале тренера. Так что же получается, есть кто-то, кто подбрасывает улики против жены и падчерицы Спасского? Ну, кто это? Ну, тот, кто имел доступ в квартиру Надежды Спасской. Кто знал, что ее любовник – охотник. И вообще, тот, кто досконально изучил эту странную семью. Ну, какие варианты? Но вариантов не так много. Этот человек фигурировал уже в деле. Фигурировал. Пичел. Артем, какой вы сообразительный. Надежда, подумайте, кто вас подставляет? Не знаю, я не знаю. Этот кто-то очень близок к вам, хорошо знает семью, ходит в гости. Но уже давно в гости никто не ходит. После того, как мужа закрыли, приятелей поубавилось. И все же, вспомните, кто приходил, особенно после убийства. Мой главный гость – следователь Пичу. Этот часто ходил. Очень часто. Что?
Я думаю, это Пичун. А я говорю, думайте о реальных врагах. Я вам говорю, Пичун, это золото спрятал он. Так как? В пятницу, когда мужа убили, он пришел. В смысле? Он был у вас сразу после убийства? Да, пришел с бутылкой. Говорит, давайте выпьем, помянем. А вы оставляли его одного в комнате? В том-то и дело, что да, оставляла. Вы набрались, вы, товарищ Пичу, в рабочее это время. Нехорошо. А может, меня уже и уволили? За то, что мужа вашего на убой вывез. Дочка пришла. Варя! Варечка! Ну, честно говоря, для меня это сюрприз. Я все равно не могу понять, как. Ну, допустим, это Пичун. Но откуда у него ключи от дачи вашего любовника? Винтовку именно там мы нашли? Ну, я не знаю. Алло. Здорово. Есть задание? Во время следственного эксперимента в Харькове произошло убийство цеховика Игоря Спаскова. В лесу он должен был указать место, куда спрятал деньги и ценности, полученные незаконным путем. В него стрелял снайпер. Убийца скрылся. В квартире семьи Спаскова и у любовника его жены находят улики, указывающие на то, что они причастны к смерти цеховика. Но в ходе следствия стало понятно. Кто-то подставляет близкое окружение убитого. Под подозрение попадает следователь Валентин Пичул, который вел дело Спаскова. Я давно на тебя глаз положил. Ну ты и бабник, Барков. Варя! Валик! А ну-ка отошел от нее! Ты еще кто? А ну вали отсюда! То я! Валик, Валик, подожди, ты все не так понял! Он всего лишь помогает нам с нашим планом! Ну иди! Парочки, прекратите, пожалуйста! Не деритесь, пожалуйста! Спаска, ты кого сюда привела, а? Валик, прекрати, пожалуйста, успокойтесь! Успокойтесь! Здоров, Пичу! Добрый день. Проходим. Давай, 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 вперед. Аккуратней, можно, а? Нельзя. О. Ромео. Здрасте. Это кто? Павел Иванович, это... Стой. Я тебя видел. Вы позавчера днем с Варькой, с Паской терлись. Не только днем, но и вечером. И знаете, кому это не понравилось? Кому? Следователю Пичеву. Была драка. О как. Как следователя? Я же не знал, что он из прокуратуры. Я думал, какой-то лопух Варькин. Ну, вообще, это правда. Пичул не представился, просто ввязался в драку. Да, вот именно. А почему он с вами решил драться? Я думал, Варька с ним крутит. А с вами нет? Не. У меня должок передо мной. Какой должок? Да она кросс не бежала в пятницу. Сказала... Даст, если бать не расскажу. Бате, тренер Барков твой отец? Ага. Подожди.
Так он же сказал, что контролировал каждый шаг во время кросса. Так и есть. Но со спины. Он-то думал, что кросс Варька бежит, а на деле ее соседка. Лыжница. Я как раз на финише стоял с секундомером. Ну и отошел по-маленькому. Тут смотрю, Симоненко. В Варькиной куртке и шапке вместо нее бежит. Ну что, тебя никто не заметил? Да нет, вроде бы. Секундочку. Здорово. Скажи, а следователь Питчелл появился? Ага, недавно появился. Хорошо, спасибо. Продолжай. Ну так вот, я Аквария, мол, все видел, все знаю. Угу. Она говорит, молчи, в долгу не останусь. Пару дней прошло, она динамила. И вот вчера наконец сдалась, и тут ваш этот следак прыщавый нарисовался. Угу. Значит так, Саш. Эту биатлонистку срочно сюда. Только осторожно. А я к Питчеллу прогуляюсь. А я? А ты посидишь тут, пока мы все выясним. Питчелла. Помогите! Помогите кто-нибудь! Дурак, а? Следователя Питчелла тут же отправили в реанимацию. Спасли? Ну, тогда восстановить картину мы можем только со слов биатлонистки. Да. Да, не самый надежный источник. Да, не самый. Поэтому девушки не спешили говорить, что Питчелл покончил с собой. Сказали, сознался, дает показания. Умно. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Закончили упражнение. Руки вверх, вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Все, молодцы, свободны. 3 часа сбор. Варечка, по твоим документам все в порядке. Там разобрались, что спаски твой отчим. Так что едем. Здорово. Осталось достойно выступить. Варя! Вы задержаны. Это что такое? За что? По подозрению в убийстве вашего отчима Игоря Спаскова. Рекомендую вам не дурить. Проедемте со мной. Варя, что случилось? Ничего страшного. Разберутся. Позже разобрались. Питчелл дает показания. Пройдемте. Ну что рты проскрывали? Идем, все, свободны. Ну рассказывайте, Варя, как вы все это закрутили? Вы зря молчите. Раньше у вас хоть алиби было, но теперь мы знаем, что кросс вы не бежали. Говорите, зачем отчима убили? Я его тайник забрала. Вот как. Да. Я единственная, кто знал о тайнике. Спасский прятал туда золото, когда мне 14 лет было. Вы куда? Я недолго. Ты не выходи, поняла? Поняла. Он думал, я не понимаю, что он там делает.
арестовали, вы решили вскрыть тайник. Не совсем. Когда узнала, что за Бугор смогу поехать. Ясно. Решили не возвращаться на родину, да? А что мне тут на родине делать? Друзья после ареста Спасского забыли. Мать себе нового мужика нашла. Вот и я решила. Ну, мотивы понятны. А что непонятно? Следователь Пичул. Когда он стал вам помогать? Пару месяцев назад. Ну, почему? Влюбился. Забавный он. На допросах постоянно на грудь пялился. Так, секундочку. Я еще что-то хотел у вас спросить. А, вот. Валентин. Да. Валентин Иванович. Валик. Да что мы с вами все о работе и о работе? В смысле? Ну, я же вижу, что вы не только о своих махинациях можете. Да и я намного глубже, чем кажусь. Ну, а дальше Пичул уже совсем был как шелковый. Все рассказывал. И когда Спасский решил тайник показать, прибежал. Я одного не могу понять. Зачем нужно было убивать отчима? Неужели нельзя было обчистить этот тайник и все? Нет. А если бы не получилось в Норвегии остаться? А если бы Спасского освободили, он бы вышел. А я единственная, кто знаю о тайнике. Больше никто. Он бы меня убил. Уточнение. Пичул знал, что вы собираетесь стрелять Спасского? Знал. Но я ему соврала. Я сказала, что Спасский меня насиловал, и я хочу ему отомстить. Он что? Да, почти каждый раз, пока мамы дома не было. Вот урод! Вот урод старый! Варя, Варенька, не надо этого делать. Зачем? Ты что, не понимаешь? Я убить его хочу. Да понимаю я. Зачем грех на душу брать? Давай я его убью. Валик, Валечек мой дорогой, я не могу тобой рисковать, понимаешь? Ты мне очень дорог. Просто помоги мне. Поможешь? Ну, а дальше небольшой фокус. Я попросила подружку, чтобы она подменила меня на кроссе. В 9 утра я стартанула, вырвалась вперед. Скидывай ее. Стой, шапку. Раз-два, раз-два. Все внимание на Спасскую. Не бежит, а порхает. Давайте, давайте. А ваша соседка по комнате знала, куда вы едете? Нет. Я ей сказала, что у меня новый парень, и я еду его провожать. А сами в это время уехали убивать отчима. А, кстати, мотоцикл чей? Пичула, его дяди. Воздух. Перед смертью не надышишься. Снимай все. Да снимаю. Продолжаем следственный эксперимент. Показывайте Спасский, где зарыли ценности, украденные уродины. Давайте, давайте. Я ж тебе уже все рассказывал. Рассказывал одно, вы показываете. Да подожди ты. Я 3 года не был. Дай хоть сориентироваться. Вот, кажется. Кто стрелял? Откуда? Живой!
Он еще живой. В больницу надо. Уходит стрелок. Ушел, гад! Вы стреляли из оружия Абросимова. Зачем? Я хотела его подставить. Отвратительный, мерзкий. Фу, ненавижу. Откуда у вас ключи от его дачи? Так он нам сам их дал. Не понял. Ну, когда Спаскова арестовали, у нас постоянно обыски были. Вот он и говорит, переезжайте жить ко мне на дачу. Поживете спокойно. А потом и сам переехал туда. А со временем и мать к нему в спальню перебралась. Так что мне совсем его не жаль. А золотые червонцы вы подкинули или Пичел? Пичел. Меня тренер мог не отпустить. А он специально для этого к матери пришел. Якобы Спаскова помянуть. Привет, мам. У нас такое случилось. Что произошло? Варь, папу убили. Папу? Ты про Спаскова? Да какой мне папа? Что ты такое говоришь? Правду. Здрасте. Здрасте. И что, вот прям никакой жалости? Не подумайте, она ему просто не родная. Что-то еще сказать хотите? Хочу. Я не понимаю, на чем погорело. Мы поняли, что Пичел с вами заодно. Проследили за ним прямо до лыжной базы. Вы видели, как он с этим придурком озабоченным подрался? Так мы поняли, что алиби у вас никакого нет. Жалко Пичела. Он ведь всерьез влюбился. Надо будет извиниться перед ним. Не получится. В смысле? Он повесился. Так что на вас еще одна смерть, Варя. Лихо вы. Очень лихо. Скажите, если я расскажу, где тайник спрятан, мне дадут меньше? Да, Варя, не ожидал. О чем это вы? У тебя с фантазией вроде неплохо было. Что вы имеете в виду? В 100 метрах отсюда у отчима твоего тайник был. С фантазией все в порядке. Времени было мало. Я спешила. Ну, теперь у тебя времени будет достаточно. Уводите ее. Заканчивайте с этим, Игорь Ильич. Есть. И сколько было в тайнике? Все строго по списку. 3 килограмма золотых украшений и 200 000 рублей. А что по приговору? Ну, Варе, как несовершеннолетней, дали 10 лет. И во время оглашения приговора мама следователя Пичела набросилась на девушку с ножом. Вот как? Да. С трудом оттащили. Ну, отделалась легким порезом. Да. А другие фигуранты? Варина мама вышла замуж, но не за Абросимова. Тот вскоре погорел на своих махинациях. Да, роковые женщины. Особый случай. Особый.